В этот раз звучали стихи известного кубанского поэта, лауреата международной премии имени Шолохова Виталия Борисовича Бакалдина, которому на днях исполнилось бы 90 лет. На книжной выставке представлены издания его книг разных лет. Вся жизнь, трудовая деятельность и его литературное творчество связаны с Кубанью. Суровые испытания войны, радость мирной жизни, учительский труд – все нашло отражение в его творчестве. Так много мудрой радости, прикосновение к святости, прикосновение к юности таинственных веков звучит из давней вечности, из звездной бесконечности, любви и человечности к нам обращенный зов. Кто такой Кубань? Это гордые горы, это шум водопада, вершин снеговых, это ветров морских, заревые просторы, это ропот прибоев крутых. А в секторе краеведения прошла читательская конференция «Патриарх кубанской литературы Виталий Бакалдин». В ней приняли участие читатели библиотеки, участники мастерской для начинающих писателей «Литера», театральной студии «Облака», а также сотрудники библиотеки. На конференции прозвучали несколько докладов, посвященных жизни и творчеству поэта, а также его стихотворения, которые являются образцами искренности, гражданственности и ответственности перед Родиной. Библиотечный дворик будет работать каждую пятницу с 15 часов.